Всем привет, друзья! С вами снова я, Павел Лохнин, и я знаю, что давно не снимал видео, простите, пожалуйста, вот, собственно, исправляю. Мы продолжаем с вами нашу замечательную и многим полюбившуюся тему – разбор рудиментов. Да, этих видео в интернете множество, но мои, конечно же, будут самые лучшие, поэтому давайте смотреть дальше. Так, но прежде чем мы начнем, давайте-ка вы сейчас, друзья мои, сделайте следующее. Вы, если вы еще не подписались, нажмете на кнопку «Подписаться» на всех ресурсах, на которых только возможно, потому что, ну, так надо сделать, это будет правильно, наверное. Далее, вы подпишитесь на мой Boosty, на бесплатный, пофиг, короче, пока там не появится хотя бы 50 подписчиков, а лучше даже 100, может даже бесплатных, неважно, я не буду туда постить контент, потому что вот жду, пока народ наберется. Так что зайдите по ссылке, зарегистрируйтесь, и все будет хорошо. Далее, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, я там рассказываю кучу всего интересного, там куча эксклюзивных вещей, которые в дальнейшем, возможно, частично перейдут на Boosty, а может и не перейдут, неважно, короче, я стараюсь каждый день писать там интересные посты о барабанах. Настройка, выбор оборудования, упражнения, лайфхаки, советы, куча всего интересного, так что подпишитесь. Я стараюсь, чтобы это был нормальный телеграм-канал о барабанах. У нас, по-моему, вообще в стране ни у кого нет нормального ТГ-канала о барабанах. Вот, так что подпишитесь. Ну и в самом конце не забудьте потратить деньги в моем Авито-магазине, чтобы купить себе какое-нибудь офигенное оборудование, которое я для вас сюда вожу эксклюзивом. Там есть куча всяких классных установок, педалей, тарелок, всего, чего только можно. Электронных установок, да. То есть все выбираю я лично, все сюда привожу и продаю вам, потому что я в этом очень шарю. Плюс хочу, чтобы вы, друзья мои, играли на хорошем. Так что заходите. В прошлых роликах мы прошли с вами все рудименты, которые были до парадидлов. А это, извините меня, аж целых 15 штук. Осталось всего лишь 25 до 40, и, в общем-то, это не так много. Скоро мы с вами их пройдем и закончим. И, может быть, начнем следующие 40 рудиментов. Кто знает. Ну да ладно. По одним только парадидлам, на самом деле, я хочу снять минимум 3 видео, чтобы это было, ну, сильно интересно, и эту тему максимально широко с вами обсудить, потому что, в принципе, парадидл, насколько я думаю, вы знаете, это, на секундочку, король рудиментов. То есть самый-самый известный рудимент, с ним даже мемы есть. Вот те самые, короче, про шоу «Кто хочет стать миллионером» и вот этого негра пучеглазого. Короче, давайте поговорим о том, что такое парадидл и почему он так странно называется. Вот. Сразу же скажу вам, что в названии парадидл зашифрована сама аппликатура этого самого рудимента. Вообще парадидл – это у нас восьмиударная фигура, состоящая из двух половин. Ну, именно одиночный парадидл, скажем так, классический. Вот, первая половина – это две одиночки и двойка, и вторая – это тоже две одиночки и двойка, но уже сыграны с другой руки, потому что, когда мы играем двойку, мы, получается, аппликатуру последующую инвертируем, начиная ее уже с другой руки. Также очень важно ставить акценты в начале каждой из половин. То есть, парадидл – это у нас, еще раз повторяю, восьмиударная фигура, две одиночки – двойка, две одиночки – двойка. Акцент на каждую первую одиночку из двух групп по четыре. Смотрите, все очень просто. Парадидл, парадидл. Поняли, да? Пара – это, соответственно, удар одной рукой, потом другой. Дидл – это двойка. И потом снова парадидл. Но это уж совсем для маленьких. Парадидл, парадидл. Вот, это корректный способ играть его в среднем темпе. То есть мощные акценты. Вот, и дальше просто кистевые доигрыши. Если увеличивать скорость, то акценты превращаются в мюллеровские, а двойки в гибридные. Если совсем сильно увеличивать скорость, то двойки превращаются в прижимные. Вот. То есть здесь уже практически невозможно играть это таким вот образом. Короче, техники скролируются, как обычно. Вот для начала я рекомендовал бы вам просто, ну если вы вообще не в курсе, заучить эту аппликатуру, не используя акценты вообще. Ну и, собственно, и тихие удары, играть все одними и теми же типами ударов. Допустим, локтевыми или кистевыми. То есть правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, левая. Или чуть быстрее правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, левая, правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, левая. Затем добавить акцент на
каждую из половин. Вы это можете сделать двумя способами. Можете просто считать количество ударов и акцентировать первый и пятый. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или просто считать два раза по 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, двойка. 1, 2, двойка. Короче, разные есть способы. Вот, главное, играйте корректно. Вот, это... Первый самый парадидл. Самый простой, самый любимый и самый часто исполняемый всеми. Эта аппликатура правая-левая, правая-правая-левая, правая-левая-левая настолько известна, что сама по себе уже звучит как мелодия, если сыграть ее ну, на двух разных поверхностях или там, на двух струнах гитары или там, на двух клавишах пианинки. Будет очень прикольно звучать. Да даже если сделать вот так, вот уже звучит очень мелодично и интересно. Согласитесь. Просто добавляем акценты, убираем акценты, и уже звучит что-то вот в том, что я сейчас играл, есть такое первобытное. Да, мне нравится. Вот, соответственно, одиночный парадидл чаще всего у нас играется 16-ми нотами. Вот, ну и по крайней мере, здесь вот в таблице рудиментов он именно 16-ми нотами и нарисован. Так что будем его играть именно таким образом. Следующий рудимент, о котором мы с вами поговорим, это так называемый двойной парадидл. Почему он называется двойным? Ну, я вам сейчас очень быстро объясню. Двойной парадидл – это увеличенный на 4 удара одиночный парадидл. Причем, получается, по 2 удара мы добавляем в каждую из его половин. То есть, до этого у нас в одной половине было 4 удара, и в другой 4. Соответственно, добавляем еще 2 в первую и еще 2 во вторую. Но какие удары мы добавляем? 2 одиночных удара. Это написано вот здесь вот сейчас, в этой табличке, да и вообще, в принципе, в этой табличке написано, я думаю, сейчас вы это видите. Так вот, смотрите, добавляются не двойка, а 2 дополнительных одиночных удара. Итого, если раньше у нас звучало 1, 1, 2, то теперь 1, 1, 1, 1, 2. То есть право, лево, право, лево, право, право. Ну и, соответственно, левая половина также играется. 4 одиночных удара и 2 двойки. Лево, право, лево, право, лево, лево. Теперь играем тише и добавляем акценты. В общем, если в каждой половине двойного парадидла у нас по 6 ударов, то, наверное, имеет смысл представить его как секстоль и играть секстольно. Логично. Нет, можно, конечно, представить его как 12-оль, но, боюсь, немногие позволят себе играть подобную фигуру в достаточно быстрых темпах. Поэтому, конечно же, просто будем играть ее как секстоль. Звучит отлично. Очень люблю эту фигуру. Очень люблю ее комбинировать с другими рудиментами. Потом покажу конкретно как. Окей, давайте пойдем дальше. Дальше у нас с вами идет тройной парадидл. Да, он тоже вот здесь вот перед вами уже должен быть. Ну, сейчас он появится. Хоп, появился. Вот, короче, это фигура, где в каждой половине парадидла, я думаю, вы уже догадались, по 8 ударов. То есть, соответственно, у нас 8 ударов в правой половине, которая начинается справа, и 8 ударов в левой половине. Вот, можно считать это по количеству одиночных ударов, вот, можно по количеству ударов правой руки, а потом двойка. Типа 1, 2, 3, двойка, 1, 2, 3, двойка, 1, 2, 3, двойка, 1, 2, 3, двойка. Вот.
Смотрите, момент следующий. Официально в рудиментах рекомендуется играть это шестнадцатыми. Однако я лично чаще всего использую тройной парадидл в виде 32-х, таким образом, чтобы он укладывался в две четверти. Ну или чтобы два тройных парадидла у нас с вами занимали один такт. Я чуть позже объясню, зачем, ну и дам соответствующее упражнение, которое я очень люблю и постоянно советую всем своим ученикам. Окей, разобрались с тройным парадидлом, давайте завершим с вами тему с парадидлами, так называемым парадидлом-дидлом. Парадидл-дидл. Я думаю, если вы внимательно смотрели этот ролик и помните, как я парадидл раскидал, собственно, на одиночный парадидл, то вы уже поймете, даже не смотря вот сюда, какая аппликатура у парадидл-дидла. Это две одиночки и две двойки. Парадидл-дидл. То есть дидл — это всегда двойка, и в названии прям зашифровано, как его нужно играть. Единственное, что можно еще туда акцент зашифровать, если крикнуть первый слог «па», а «ра» уже сыграть тише, ну, точнее, произнести тише, типа парадидл-дидл, парадидл-дидл. Тогда получится вот прям, как его и нужно играть. То есть акцент, тихая одиночка, двойка и двойка. Очень хорошо скоролируемая по скорости фигура. Рекомендую вам ее играть, несмотря на то, что она поначалу может казаться немножко странной. Но, тем не менее, вы привыкнете и к ее аппликатуре, и к ее мелодии. Короче, очень простая и удобная вещь. Вот. Но у парадидла-дидла есть особенность, которая не свойственна прочим парадидлам, которые мы с вами уже прошли. Это то, что он сам себя после собственного повтора не зеркалит. То есть, если вы начали играть с правой руки, то следующий парадидл-дидл, следующий после первого, понятное дело, будет играться с той же самой правой руки. Это, с одной стороны, плохо, потому что нужно тренировать его отдельно и так, типа тратить на это время. С другой стороны, хорошо, потому что это увеличивает его скорость и упрощает его игру в целом. Так что не забывайте играть его с левой руки тоже. Вот, а теперь самое интересное. Вот мы разучили с вами все парадидлы. Собственно, мы разучили с вами все парадидлы, и что нам теперь с ними делать? Для их усвоения и для расширения, скажем так, вашего ритмического словаря, я порекомендую вам такую вот фигуру, которая называется или парадидловой пирамидой, или парадидловой лестницей, или парадидловым лифтом. Можно называть по-разному. В чем смысл? Мы играем с вами в одном и том же темпе, три парадидла подряд, по два раза каждый. В тех длительностях, в которых я предлагал. То есть одиночный, двойной и тройной в виде шестнадцатых, секстолей и тридцать вторых. А потом с тройного мы возвращаемся через двойной обратно к первому. То есть если включить метроном, допустим, вот чтобы было понятно, в темпе 60, то звучать это будет следующим образом. Вот. Благодаря этому упражнению мы, во-первых, разучиваем с вами хорошенько все три парадидла, во-вторых, учимся переключаться между ними, а самое главное, мы учимся вот такому сложному моменту, как переключение ритмических длительностей, когда мы переходим без пауз с одной длительности на другую. А это
обычно самый сложный момент для барабанщиков, когда они вылетают во время своих заполнений и так далее. То есть, типа, играть-то ровно биточек можно нормально, а стоит перейти на какой-нибудь брейк и так далее, и все тут же сыпется. Играя подобные фигуры, вы научитесь непрерывно изливать из себя ритмический поток нот разной длительности. Вот, и чувствовать себя в нем очень-очень комфортно. Это одно из моих любимых упражнений, которое я даю всем своим ученикам. К тому же, я настоятельно рекомендую играть его не только руками, но и ногами, потому что, несмотря на то, что многим кажется, что пародидлы нигде в ногах не пригодятся, они еще как пригодятся, просто нужно подойти к этому творчески. Но об этом мы поговорим с вами в следующих видео. Что ж, с вами был Павел Ахнин, всем удачи, пока!